По сценарию учений злоумышленник проник в школу номер 5. Сотрудник ЧОПа успевает нажать на кнопку «Тревога». Дети и сотрудники школы в условной спасательной операции не участвовали. Были задействованы только оперативные службы – полиция, Росгвардия, пожарная охрана и отряд СОБР, а также администрация муниципалитета. После поступившего сообщения от сотрудника охраны на место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. Было осуществлено оцепление прилегающей территории. Также на место происшествия прибыли сотрудники пожарной охраны и скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции в защитной экипировке выстроились по периметру здания и в радиусе 20 метров от него. Группа захвата СОБР зашла в школу с центрального и запасного выходов. Отряд быстрого реагирования проследовал в спортзал, где, по легенде, и укрывался условный террорист. Операция по спасению завершена. Отряд покидает помещение. Следом за ним школу прочесывает кинолог с собакой. Подобные мероприятия у нас проходят на регулярной основе. Для того, чтобы все силы и средства, задействованные в мероприятии, работали слаженно, данная тренировка прошла успешно. В ходе учений сотрудники правоохранительных органов отрабатывают алгоритм действий при поступлении сигнала о нападении. В такой ситуации многое зависит от скоординированной работы силовых и экстренных служб и действий администрации. В операции по спасению людей мелочей не бывает. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.